Исландские болельщики, которые собрались в Рейкьявике в фан-зоне чемпионата Евро, похвалили свою сборную, несмотря на поражение. В воскресенье в ходе завершающего матча четвертьфинала Исландия уступила Франции со счетом 2-5. Горжусь, действительно горжусь. Они сражались как львы, как викинги. Мы ими гордимся, мы все ими гордимся. Мы надеялись, но французы очень-очень хорошо играли. Я знала, что игра будет сложной, но мы все равно счастливы. Мы на самом деле гордимся нашей сборной. Преимуществом с самого начала владели французы. В первом тайме, благодаря усилиям Жиру, Погба, Пайе и Гризмана, они забили 4 мяча. Исландцы собрались только ко второму тайму. Однако ворота противника поразили лишь дважды. А Жиру тем временем забил еще один гол. 5-2 – хороший результат, это много голов. Это самое большое число голов с начала Евро. Теперь мы победим Германию. Матч был напряженный, но было здорово. Наша команда забила больше всего голов. Я так счастлив за Францию, потому что мы в полуфинале. Да! Это был потрясающий матч. Я была так счастлива видеть, как игроки забили столько голов. Это было чудесно. Теперь мы в полуфинале. Ранее субботний матч между Германией и Италией выявил еще одного полуфиналиста. Счет в игре до конца основного времени и экстра-тайма оставался 1-1. Победитель определился после серии пенальти. Немцы оказались точнее итальянцев. Теперь в полуфинале они сыграют 7 июля со сборной Франции. Днем ранее встретятся еще два полуфиналиста – Уэльс и Португалия.